партизанская морда. Говори, где муж? Я говорю, взят по первой мобилизации. А ты где была сегодня? Я говорю, нигде. Печку запалила, я говорю, только я детям есть хотела варить. Говори, сейчас партизанская морда где ты была. Я говорю, нигде не была. Только корову полю выправила и начинала печку топить. Нигде не была. Садись сюда. Садили сюда к столу, на скамеечку такая была. Коли не у партизанов мужик, ешь песок. Я что ж, как такая банка висока. Принесли песку с дороги, там вся и мусор, и кала все засохший. Принесли это уже земли. Ешь, я ела, чтоб было что, чем приглянуть. Ничего, никак не съем этот песок. Не лезет. Застроить в горле. Так поела, а стол треснулся. Устал уж трещин такой, а тут набрался. Они как начали лупить, волосы драть, салавы. Ты, собачья партизанская морда, чего не вылизываешь? Вылизывай этот песок. Только стала лизать. Высолапывай язык сюда. Я стою так, уже не знаю, что делать. А они сразу высолапывали язык на стол, я высолопнула, она цап за язык оттянула, начала этой шаршаткой колоть. Колола меня, стало еще на свете. И руки вот так выпрямились, и ничего не помню. Ложись. Я что, он как даст мне под ноги? И тогда как начал молотить ногам, и сюда и зубы выбили, сразу все. Начал лупить морду все, и как начали один стал на плечи, другой на ноги. Начали волосы драть, накрутить, волосы были длинные. Как начнут дергать, так весь свет красный, кровью облившись. Не вижу ничего, а детки лежать, да глядять в коридоре. Молчат, ничего. Тогда так и в одного дворя мне желт, и на ремнях гайки, по три гайки. А другой такая черная, как дудка такая резина. На руку накрутила, как начали сечь. Только чах-чах, сяк. У тебя один на ногах стоит, другой на голове. И им принесли есть. Meldung. Vernichtung des Dorfes Borki, Malhoriter Bezirks. Dresdner Gebiet vom 22. September bis 23. September 1942. Erschossen 705 Personen, darunter Männer 203, Frauen 322, Kinder 130. Die Zahl des weggenommenen Viehs, Pferde 45, Kühe 250, Schweine und Ferkel 450, Schafe 300, Oberleutnant Müller. Для всех пуль хватит. Сказал и опять пошел. Через время приводит коня. Коня этого большущий, конь такой немецкий. И пошел водить по ребятах, по всех. По этих постебанных. Водил этого коня. Тогда будет говорить на Янинку на эту. А ты как, если соглашаешься с нам говорить, вот, иметь дело, а ей 16 годов было, так будешь жить, а если не соглашаешься, то ты тоже будешь убит. Она зашапилась так за матку. Никуда не пойду, стреляйте меня на месте. Только вывели с этого сарая, где лежали на этом накале. А больший мальчик мне пожал руку, а меньше еще кричал, на руках несла. Дяденьки миленькие, не стреляйте. Дяденьки миленькие, не стреляйте. А я только ты ему слышала слава, больше ничего. Шла не по земле, а как по пяску, по каким по горячим.
Помню, как больше у мальчика огонь блеснул, и этого сама ничего не помню. Ну и слышу уже, долго я лежала, тьмала, не знаю. Слышу, дух, пришли к яме. Надо, говорить, тут одна баба кишлоногая, говорит, сильно хорошие боты у ей хромовые, надо их снять. Не знаю, который говорил и кто. И приху яму, а еще подо мной нехто все храпелось. Не знаю, эти мои ребята, эти пастушок я. Ну вот ускочил, так сразу понижили все люди, как он улез. И начал тягать, только хрящил, там где были же ребятки по 6 месяцев. Быховцев, Щадрова, и это Клоков был. И вот начнете тягать, тягал, ничего. А эту Щадриху-то первую забили, а у ей были сапоги. Она под низом. Чёрт ей, говорит, бери. Не будем, говорит, доставать. Надо будут нам сапоги, кого стренем, так и сдерём. Сапоги, зарывайте. И начали зарывать. Только шух-шух. Песок этот. И все, и тут и почали и на меня начали сыпать. Чувствую все, а не помню ничего. И полезли мурашки в рот и в нос. Лезут мурашки в рот и в нос, и нигде места нет. И песок такой сухой, дыхать нечем. Посыпали, и дух, и пошли. Лежала я сколько, не помню. Стало мне трудно, стало шевелиться. Никак, нисколько не пошевелюсь. А плохо все, затыхаюсь, мурашки в уши, в рот и в нос лезут. Щиплются. И песок никак. А как я лежала, не помню. Стало так ногам шевелить трошку. Я что, пляжу, я что, ногам, ноги вон. Тогда вот так вопрошу троху, проеду опять. Ляжу, я еще упрощу, проеду. И вылезла, все небо красное, уже темно. Красное, все небо, я думаю, чего, и думаю, верно, уже такое небо красное за то, что уже такая кара. Вспомнила, что это такое дело уже на мне есть. Думаю, поползу в реку топиться. Там речка была 150 метров. И знаю, куда поползу топиться. Узнала уже, что и ребятки побиты, и все. Вот только подумаю, что... А не знаю, что, а то я прострелена, не помню ничего. Подумаю голову, опять брыка в землю. Подумаю голову, никак не вылезу с ямы. Грабусь, не вылезу с ямы ни за что. Только подумаю, сграбусь за траву опять. Нек заложила ногу, так в некую ямочку и вылезла. Проползла немножко, повожу рукой, раз и полежу, будто мне легче троху. Опять я песок этот, там сидеть тоже. Все послевоенные годы Акулина Семеновна работала нянечкой в доме инвалидов. Теперь она живет в деревне Бараново, близ Полоцка. Праздник Победы. У тех, кто воевал, радость двойная. Но у них, обожженных войной и горькой памяти, тоже вдвойне. За живых и за мертвых.
Лесник Александр Завар, деревня Булково на Гомельщине. Конюх Юлиан Рудович, село Доры, на пути из Минска в районный центр Воложен. Станислав Козловский, кассир колхоза имени Ильича Кировского района Могилевской области. У церкви званы зазвонили. Значит, званы, як зазвонили, гэтые немцы все рассыпались по хатах, по селах. И каждый уставай, цурык, до церкви, до костела они называли. Вот. Значит, нас взяли гэтые, правда, мы лошадь запрягли, детей посадил, двое детей было на воз, и приехали до этой церкви. Вот. А мне, знаете, что-то просто чувство такое на смерть, вот. Что мне тое думается, что в церкви он не будет нас бить. Это ж церковь, немцы ж тоже верят в Бога, вот. Ну ладно, согнали нас, всех людей эту лошадь забрали из этой, из повозкой, там где-то они поехали, те что. Вот, заходим мы эту церковь. Ну что ж, я, ты, сыночка, взял на руки, тримаю. Немец пройшов по церкві, поглядів. Кіндер каже, отдай матці. Рабенка, отдай матці. Я отдав матці, це рабенка малого. Йому 3 годики було. От. Ну і потім мене немец за каунер із церкви. Я взагалі трохи не так. Я гэтый, ростом невеликий. Я за те женщини ховаюся. І так мені не хочеться з церкви виходити. Мені думається, що там в церкві він не буде чапати. От. Я ховаюся за женщин і тільки постатися в церкві. Але там уже було просто видно, розумієте, там соломи було накладено. Це вже как подпалить було добре. І вони гэты, ночували в церкві, там гэты, і оружие все було в церкві. Уже як у церкву увійшли, так там уже люди познали, що тут будуть убивати. Значить, погибати усім теж ши. Все равно і рабенок погинеш, і ти погинеш. Кидай рабенка, іди. Моїй теж жені говорили, так, ну не кожна ж може кинуть, знаєте, рабенка, як кинуть. Вот. Каже, і он погибне, я буду погибати. Ну, що я, поцілувався і пішов. А рабенка поцеловал я ей. Два партизана-пулеметчика, латыш Саша Заур и белорус Микола Одинец, решили, кто останется в живых, позаботится о семье погибшего. Погиб Одинец. У Заура каратели сожгли всех, жену, 3 детей, тещу и тетушку. Александр Карлович рассказал. Жена Микола говорит, разве ж ты меня возьмешь с 3 детьми? Я говорю, я не тебя беру, а детей жалко. Но раз уж мы сошлись характерами, так и живем вместе. 30 лет уже. Еще 3 народили. Детей 6. Повыучили всех. Разъехались они по свету. Внуков дождались. А пустая дедова хата скучает зимой по детскому смеху.
Живые разъехались, а эти дома всегда. Он первый раз спросил, ты будешь на немцев работать? Я говорю, нет, я на немцев работать не буду. А почему? Партизана Козловского фашисты схватили обессиленного тифом. Потому что, я говорю, немца убивал, и вы должны меня убить, понимаешь? А что тебе, говорит, жить надоело? Так я говорю, ну как надоело, все равно. Ну раз, говорит, ты немца убивал, так сколько ты их убил, немцев? Я говорю, да много убил немцев, понимаешь? Ну вас, скажу, всех не перебьешь, вас много. И он по плечу мне говорит, гуд, говорит. Потом спрашивает, где патроны берете? Я говорю, вас убиваем, и вашими патронами вас бьем, понимаешь? И он говорит, гуд. Я думаю, черт подери, что тебе больше говорить, понимаешь? Я думаю, что он расстреляет вот сходу. Потом, в каком лагере живете? Вот, я говорю, Александровский лагерь. А этот лагерь сожгли уже. Мы года полтора им простояли, сожгли. Так я думаю, его можно выдавать, такое дело, понимаешь? Сейчас карту открыл, посмотрел, говорит, гуд. Потом дальше, и последний вопрос. Фамилия командира отряда. Я рупан не знаю. Он кулаком ударил по столу. Еще раз спрашиваю. Я говорю, еще раз не знаю. Ну и последний раз спрашиваю. Я говорю, и последний раз не знаю. Он потом разворачивается, ударил меня по уху. Упал и сознание потерял. Трое суток в сарае. Зимой. Руки и ноги перетянуты проводом. Когда его выручили и привезли в отряд, началась гангрена. Отряд стоял близко. Вот. И 9 марта приехали, забрали меня и отняли ноги обе сразу, понимаешь. Вот. Нашли флакончик наркоза, это маленький, там грамм, может, 50 было. Они дали, а наркоз этот не взял, не жена, понимаешь. Вот эти врачи спрашивают один до одного, что делать будем? Говорят, давай начинать. Так они навалились, узлегли человеки три. И давай, так я только крикнул, что вы, бляди, делаете, понимаешь. Вот, и они отняли его. И вторую ногу я у нее не слыхал, потерял сознание. Одну ногу слышал, когда резали, а вторую. Да просто ржавой пилой, хоть бы ножовку дякую. Видно, не было ни день жита такого. Кусок ржавой пилы принесли, кость эту подробили, так с год осколки все выходили. А как-то вот осталось, и вышло все, и теперь я вот так и чувствую с ногами ни беды. Такое дело с этим было. Ну, конечно, ну что ж ты вспомнишь когда-нибудь, ну, Олег, что поможешь? Сам себе подумаешь? Говорить, что будешь кому говорить. Конечно, вспоминают.
уходим уже на гору, поглядим. Ой, Господи, а там такий крик, як уже сарай палає. Так кричат люди в один голос из этого. Зливается, что буран. Ой, просто мы поглядели, одна девочка через зашалявання этого выскочила, там же один на один лезли. И бедно выбегла, ще хотела открыть сарай. Они замкнули. И они ее штихом туди в вагонь. Мы поглядели, бегом назад, бегом назад. Прибегли, она в свою хату побегла, я в свою хату побегла. Прибегаем, говорим, ну, кто як можно спасает. Людей всех уничтожают у сарай. Такий крик, такий. Я бегала, бегала сначала, думала, что майданчик выкинуть с одежды, тут поставу, и мне подал команду, у хату иди. Ну, мы в хату пошли. Я с гарачки прибегла, потягла это, по подушке сюда, этих больных, постягала сюда в ворох в один, головами так вообще на одну подушку. У нас было 9 человек у хаты. Ну и все, дожидаем. А я уже не ляжится, я тоже больная была, 2 месяца было до родов мне. Не ляжится мне, вышла я уже, товар идет, вот сейчас скотина это селом. И бачу подпаливается, бутылку черную такую открывая, вот так, как линяна, все, без ничего. И загарывается, горить, доходят до нас. Открыли двери, зашли, тиф, тут же закрыли двери. У сенцах, у нас это так, сенцы были холодные. Там облили уже, горить уже, это они сейчас подлетели, тут окно напротив этого, бразят им автоматом, выбили это окно, и давай гранаты кинуть. Одну кинули гранату. Первая граната на моего соседа, он у нас зимовал. И так лежали мы, вы знаете, дорогие, что лежали на одной подушке. Я фуганула его, голова стала на подушках, а цвета, ноги. А другая граната у моего мужика, вот сюда под коленки, упала. Ну, его все разорвало, меня ранило, тут ранило, вырвало гранаты. Я даже не чула, мне ни боли, ничего. Ну и горим все, як граната падает, так все горить. Одна девочка бедная была, не ранена. Я ее стягла, так она полз окно лежала, полз это як выбили, так она вдоль койки лежала. Загорелся матрас, падая на ней, горить. Вот так пену вот тая, вот натаяла вот так пену. Она бедно храпе, она без движения была. Сильно она тифом была, эта больная. Температура была, она бродила до этого. Ну и горить она. И так уже я бегала по хате, невозможно. Думаю, Господи, сколько ж у вогни ж будешь долго гореть. Я за этого мужика вот так это подтягла сначала стол к окну, куда они выбили окно. Подтягла стол, хватила я его, не можно поднять. Я и упала на него. Все уже побгарвало на мне, вот же руки какие. Ну, в огне не могу дойти. Чувствую, что это ж я долго буду вельми доходить у вогни. Я сейчас его... С гарачки все это уже потом тяжко мне было тягти его. А так сперва на стол положила, сама провалилась через окно на двор, а потом и его вытягла на двор. Вытягла я его на двор и потирала притомство. Жители более 600 белорусских деревень были зверски убиты фашистами, сгорели заживо. Действовал гитлеровский план истребления славянских народов. План Ост. Одной из первых жертв стал Октябрьский район. Начались деревни Хвойня. Ранним весенним утром 42-го запылали дома, деревья, ульи с пчелами, люди. Сгорели живыми 1350 человек. Спаслись единицы. Thank you.
Привезла сюди в поселочок, где отряды ты стоял. Правда, они подбегли хлопцы, все сняли его с воза, поглядели, а он весь кров от до грамочки выбегла кров. Потому что вот перервали эти жилы, сюда у подколенки граната упала, и ему все, и даже тело одубело, не гнулось, как дубовое. Что мертвец вот так вот весь поднимается, согнуть не может. Завезли у курник этому доктору. Он побразал это мясо, все поглядел его, перевязал полотенцами этими, уже у женщин попросил, тогда же ничего не было. И сказал, что дороженечка, и он жить не будет. Его, говорит, вся кровь выбегла, ему надо вливание крови делать. Говорит, это согласна, я, кажу ему, коль укола дам, и он покончим его жизнью. И он говорит, вот-то-то, уже это погибает. Я не разрешил, говорю, вместе. Согласна, так нет. Ну, каже, будешь мучиться еще дня три зимы, и он все равно помрет. Ну, и потом уже через каких 5 минут доложили уже партизаны, что у Курин едут немцы. Все люди выбегли с деревни. А я вытягла его, бедно, уже на улицу. И столько плачу. Идут мужики какие-то, а я же гранатами была обсмалена, черная, никто меня не узнал. Бачу свои мужчины, военские наши уже, идут через Курнь. Я стала гукать, а мужчинки, дорогие, окажите мне помощь. Я осталась одна. Все люди побегли в лес. И они, правда, побегли по дворах, нашли санки, положили, помастили постель, той матрас положили на это на санки. И дотягли мне, каже, у хлеба в полянах, там у леса деревня, там будешь уже... Спокойно, туда немцы не доедут. Поехала я у хлеба в поляну, не доехала до деревни. Появился стрел тут, в этом вежине самом. Вывели людей на улицу, там 40 дворов было. Поставили в две ленты. Так вот, в две ленты поставили. А потом идут двух. Глядят, через два, через три человека. Одного в одну сторону, другого в другую колонну. В одну и другую. И сделали две ленты. Из этих две, и ну, посортировали снова две. Одна, вот она теперь жива у Кашевичах, Коржичика, она была с двоими детьми, она партизанская жена. Хлопчик попал в одну сторону, а девочка в другую, из ей. Ну и так вот этих людей завели в хату, запалили из другой колонны. А этих 40 человек это стоят на селе. Эти бедные уже голосят, мать, сыночка отправили в хате, горит, а она с девочкой стоит в колонне. Я приезжаю санками это туда, зашла, думала, меня тетя узрадуется, а моя тетя как зернула, что я это с раненым, да сама такая обгарана, да. И уезжай, уезжай, быстренько уезжай, ты приехала меня уничтожить, ты это партизана раненого ховаешь. Кажу, теточка, миленька, сгорели же, у всех войне, всех людей живых попалили, говорю, казнили, упадывали из сарая, так казнили штыхами, да назад в огонь кидали. И она никакую, говорила, вывезь я ей на деревню, едь на рабкор. Я ехала, и уже так устала, а просто уже решила, что, Господи, а коли же ты конец будешь? Уже не думала, что это я уже кого встречу живого, буду жить. Проехала я километра, может, полтора от этого переезда. Горит костер, и там 9 женщин и 3 детей. Я поехала путем. Я их остановилась. Я кажу, женщинки, мол, мне дасте, что поесть. И они сказали,
заедь к нам. Наши мужики пошли в деревню за тише. Может, что и достанутся. А это достанут, мы поделимся, а мы не гарантийно это тебе говорим, может, не достанут, потому что людей в затишье нема, выехали в лес. Я подумала так, буду дожидать, меня ночь обратно захватить, и я уже не доеду. А я ехала в Деменку, у меня сестра была в Деменке. Я уже чула, партизан одного встретила, сказал, что Деменку еще не спалили. Я ехала туда. Проехала я трошки этих жанок, что для костра были. Бачу, едут немцы, это те самые, что внучи на засад ехали. Стрекают меня. Куда мне деться? Я еще это санки с пути стягла. Бачу, бежит один. Это я, по мне не стреляют, потому что женщины сзади стреляли по мне, и я поутекали в лес. Бачу, кинулся бежить ко мне. Я кинула эти санки в лес, в лес, в лес. Они стреляли уже, вот это меня поранили. Я не чула, это уже потом нашла те раны. Куда мне деться? Одна женщина в бубновке несет это, два коржики у хате уже это спекла, и молочко несет детям в лес. Я стала просить. Она говорит, моя ты женщинка, я несу своим деткам. Уже 3 дня ели. Молочка могу дать пару глотков, а коржика не дам. Я подумала, глотанула пару раз, кушинчик невеликий. Думаю, ну ты же несешь деток спасать, а мне уже что меня встретить? Уже я не хотела жить, думаю, хоть бы хуже и конец был. Я уже так устала, так хочу отдохнуть, боюсь, не могу где отдохнуть. На дороге боюсь это отдыхать. А потом зашла в поле, под хвою, села от поля. Села, думаю, вот это мой будет конец. Я уже села, отдохнула, я уже не устала. Не устала, заснула и заснула и заснула. А и шли партизаны, это, с леса, обнаружили меня под той хвоей, познали, хотели поднять, я не проснулась. И они пошли в деревню, взяли санки, меня положили на санки и завезли к сестре к моей. Завезли к сестре, сестра тут поглядела, что я уже полнеживая. Меня снесли, стали будить, не разбудили. Разбудили, я стала бродить, абы что говорить. И они меня упокоили в постели, я на завтра уже проснулась. Вообще опомнила, я рвала на себе волосы. Меня вообще как у сне прошло. Я это на завтра уже опомнилась, у меня тоже температура была большая, я аж тифом сама была хвора, ранена, обгорела. Я обогрелась, я вообще боль почула на себе, я не могла жить, не могла упокоиться, где я оставила мужика. Я недельку полежала, потом попросила своих хлопцев, этих. Ну, его брат двоюродный еще был у партизана. Говорю, хлопчики дорогие, пошли на то место. Найдем его и побачим, что там, хоть бы закопали. Пошли мы туда, аж на тих женщин всех показнили, деток. И кто-то, эти женщины были с Курина. И их уже сынок оглядел своих матерей, и там закопали сразу. И моего уже мужика перетягли, в место закопали. И так я шукала, не нашла его моим. Ну, добро, пришла уже, я родила это, хлопчика своего, я была беременна. Потом уже такая, уже из этой деревни пришли, подошел фронт, уже все выбрались, никто в деревне не живет. И мы почти 2 года в лесе жили, 42-го года по 44-й год. И однажды, что на острове, только мы еще это повставали, выбегли на остров немцы. И стой, простите, что скажу так, и по матушке сказали, русско, блядь, куда нам утекать уже? И за воротник, и уже стали в очередь ставить. Поставили в очередь, нас 20 человек зловили. Кто мог, побегли, а кто уже нас близко обнаружили на острове. Ну, поставили в очередь, стали расстреливаться. Расстреляли тогда 12 человек. Вот до меня, а у меня сестры хлопчик был 5 лет, и мой 1,5 года хлопчик. И я так уже, у меня горит сердце, думаю, Господи, ти мне ж раньше самой идти, ти этого. И вы знаете, что судьба? Поставили на очереди мужик и жонка, и у них 2 детей было. Так жонка стояла на конце очереди, а мужик первый. Как застрелили ей мужика, вот заводят к нам наперед, у потылечку, как стрелить, он бедный, как снопик упадет, не кричит. А хлопчик, идя уже, так и он, ой, мамочку, боюсь. А ще выстрелили в него, ще крикнул, ой, не боюсь, и упал.
И тоже не крикнул, не дрыгнул, ни что. Так тогда уже его жонка говорит, паночки, подождите, хай семейка за семейкой. Пришла сама последняя, с очереди пришла, стала тут. Да на девочку свою, Волька, иди ты. Застрелили эту Вольку, она, паночки, я сама. Взялась так вот за голову, да под его упала сама, подточилась. Он подойдя поразить, так, да, знагана. Так мой племянничек, я ты, сестрин хлопчик, мой еще мало что разговаривал, сынок. А племянничек перехрестился, так, Господи, прости мои грехи. Так мне так затягнуло, я думаю, Боже, дитя белое, мило, кажу, детки, не бойтесь, уже чего, не всем, всем уже, кажу, и маму вашу застрелю, не бойтесь. Кажу, все, это наш уже конец. Я гляджу, еще одно дитятко лежит. А я подошла, оно плачет. Я и то я взяла на руки, дитятко. Уже у меня двое дитят, и одного возраста были, по полтора года. Так я уже этой племянничек, и у меня двое этих малых. Ну, уже вот в очередь до меня, так вот горит сердце все, Господи, мил, думаю, те самой уперут, те детки эти. И вот через два человека приходит один в очках, говорит, прекратите расстреливать. Ну, прекратили, и вот же тут рядом такая балатина, они нас туда, ломите лед руками, просто по-русски разговаривает. Мы ломим, я посадила этих деток, на льду подсуну, лед, ломлю руками, и бредут все, ломим лед, а они за нами едут. Побразали руки мы, кровь тяча, и они едут за нами верхами конь, мы ломим лед. Коня и лед не держава, глубоко было, так кони попробовали, не пошли. Вот мы выбрали туди на берег, одна бабушка, она с нашего села, этого самого бригадира бабушка. Она бедная и замерзла, заклякла, не было у ей ни переодеться, а у нас все отняли и попалили там. Что на нас, это клумачки, какие были, все отняли. Курани запалили и все это попалили. Она бедненько вот так вот упала на коленах, ей подошел прикладом. Она и заткнулась, она с разрывной пули бухнул и пошел. Уже бачим хлопчики, где году 12, и без штоника, одна сива свиточка такая вот. А уже штоники загубил в воде. Тоже пристал уже, не может идти. Хочет изменивать ножками, и не может. И он его с разрывной пульки. Так это у мотолой кишечки что уже кричит? Что бедно кричит? Мамочка, мамочка, нам не дают озираться. Не дают. Мы хотели разу-два озирнуться, только не можно, как оно кричит, то озисятку. Тогда мы уже, идя, подбег один фриц за мое дитя, с рук кидая. Кидая, в сторону кидая, и лезет уже на сиву вас ко мне. Так я это дитя знову ухвачу этого в руки, и он знову ухватит. И этот племянничек 5 лет путается за мной уже это. И вот на этом слове едет иззаду немец, на его что-то, на геркал. Пошел я наперед. Повезли нас в этот Вазарецкий лагерь. Привезли в Вазарецкий лагерь, сгруживаете 48 тысяч там людей было. Выкопаем колодежик такой маленький. Так и он придет, да и наверное в той колодежик, чтобы не брали воды. Так уже коли выкопаем, так уже закрываем какой трапочкой, да уже и посядем на том, чтобы уже напиться можно было. А потом придут уже у вечера. Голодные ж ничего нема. Девушки с 20-го года кто? Так некоторые, я, вот нам надо 10 человек на кухню. Эти девочки бедные поускакают. Повели их, повели, на завтра уже еле поприходят. Такие уже полумертвые поприходят. Они уже без бедных там сдаются, что хотят уже поприходят. И тогда уже узнали и стали друг другу передавать, что никуда не выходите, никуда. И они все это обманом, все это сдаются с нас. А потом бачим поста не человека для лагеря. А мы самые были для заграждения. Так мы бачим, як кто выскочит так и подрывая. И вот наши через 2 часа после их отхода пришли наши минеры, нам одну стежечку освободили, и мы одной тропинкой выходили из лагеря 3 дня.
Это снято советским фронтовым кинооператором в Азарическом лагере смерти в первые дни после освобождения. В Азарическом концлагере заразился тифом и умер ее сын, ее первенец. Пережила, осталась уже одна. Пришла, это уже выкопали земляночку, жила сначала в земляночку. Стали приходить уже эти, ну, нашей деревни мужики, которые были на фронте. Ну, и сбираются, все уже позбирались. Я думаю, ну, надо же где уже определиться, одна ж. А они все такие ко мне, это, ох, она же такая хорошая, сердечная, мужика тягла на плечах, она же это хорошая, и все стали свататься ко мне. Ну, я стала выбирать, и то, да, говорю, хлопцы, остался у меня в покое, не найду я уже себе по любви такого, как я любила. Что, я 3 года дружила, а жила только 1.5 года. Не натешились друг другом, просто не могла я, это, ненавидела мужчин этих, думала, никогда я уже у них, это, в жизни не... А потом это, ну, подумала, не мажь я к одной, все равно же надо определиться, одна в землянке, что я, это, на животное. Ну, и пришел ко мне вот этот, что я с ним живу. Подумала, любить я тебя не буду, потому что я не забываю того. И он у меня в душе, сколько я жить ему будет. Ну, хороших родителей такие. Родители хорошие были. Думаю, а давай буду это. И он сирота, и я сирота. Будем привыкать друг к другу. Ему легче сразу буду. И он не бачив это. И нажанився, да и пошел. И он с жінкою мало жив. Мать и старая была, так и нажанився, и пошел. Ну, договорились, поженились. Мы что ж, у нас не получается жизнь. Живом. Детей нема уже. Живом год нема, другий нема, третий нема. Мы не можем этого уже дальше жить. И я детей сильно хочу, и он хочет. Что же нам делать? А потом уже у нас появилось дитя. Мы хотели развиться. Нема детей, но нема интересу, что не привыкли друг к другу. Я уже не знаю, что, с чего уже начинать. Потом появилось у нас дитя. Мы такие рады, такие. Даже не верилось. Родилось одно, потом другое, потом третье, и мы 6 детей родили. И такие стали богатые, такие уже, это, ну, стали учить, мы уже дети поучились, один кончил хлопец уже технику, стали женить уже, детей поженили, уже 4 женатых, а 2 еще это, холостых. А вот еще один я выпустила свой рассказ. Як я тягла свого мужика с огня, это же сама соседки, 2 хлопчики, побегли за ее и не угадали, где она делась. Это ихня тетка. Одному было 7 годов, другому 5. И они бедные, я мужика тягнули уже на себе. А они идут на 30 метров от меня, идут у село. И вот почему я отключилась, а я сколько я жить, я на себе буду брать грех. Я просто отключилась, а почему мне не сказать, деточки, вернайтесь назад. И они, бедные, за ручки побрались и пошли в село.
Я тепер, як побачу ці дітки отакі ровні, да поберуться за ручки, я не можу собі простити, що я виновата. Чому я їх не вернула, тих діток? І от, кажеться, я вже все розказала. Бог його знає. Це ж вже усихає і розум, і вже не та пам'ять, і стільки пережила. І повторати сильно трудно, може, що й упустила. Повторати не дай Господь. Камінь от замкнуло мене груді обратно на нескільки днів. Ну і що? Більше я вже, може, й пропустила, Бог його знає. Вже не та пам'ять.